Когда я выхожу из дома, закрываю дверь на два замка, верхний и нижний. Ветер. Ветер. Кирпичи, окна, высокие дома. И маленькие. Сначала еду в любые места, то на конюшню, то в простые вещи. В магазин выносить мусор. И не только, но еще и прогуляться. Петербург такой обычный город. Ничего не замечаю. А я тихонечко поторопился, вот я снова успел зайти в поезд. Какие запахи есть в городе? Ну, запах бензина, например. Запорожцы и Волги, и многие модели советских легендарных автомобилей. Переход разрешен. Я так не говорю. Любимая, давай я приглашу тебя на свидание. Она говорит, ну давай. Чашечку кофе попьем.